Всем привет! В сегодняшнем видео вы увидите, где же наше место. Также вы услышите и увидите самые необыкновенные секреты, которые вы нигде никогда не прочитаете. И также не забудьте посмотреть остальных бьюти-блогеров, которые для вас приготовили сюрпризы. Смотрите, наслаждайтесь и будьте вы всегда в позитиве. А я пошла готовить вам борщ. А YouTube Hater Studio представляет. Хейтеры и троллеры пара-пара-папа, а также их родители пара-пара-папа, а женщине обычной пара-пара-папа, увидеть не хотите ли тара-тара-та-та, а женщине обычной экран покажет наш жизнь женщины обычной сегодня и сейчас. Мое место на кухне варить борщ. Приветствую всех вас, мои дорогие. И в сегодняшнем мастер-классе я хотела бы показать вам вариант оформления унитаза. Почему именно унитаза? Без исключения, унитаз есть у всех. В самых модных домах Англии сейчас новый тренд – оформлять унитаз. Я предлагаю вам это сделать в очень таком модном направлении пин-ап, что характерно для этого стиля, как мы будем декорировать унитаз. И вообще, почему унитаз? Почему? Зачем его украшать? Я объясню. Ну, что тут можно видеть? Это белый конь. И я хочу сказать, что это скучно. Скучно. Это никак вас не сподвигает на какие-то великие дела, чтобы из вас что-то путное вышло. Значит, с чего мы начнем? Мы начинаем оформлять лицо. Немножко криво приклеила. Ну, ничего. И, разумеется, красные губы. Что здесь можно еще сделать? В принципе, уже очень хорошо все смотрится. Как вы видите, уже сам предмет нас сподвигает, как бы говорит нам о том, что все получится. Не переживай. В завершении образа мы сейчас используем такую очень нынче модную мишуру. Я могу ближе показать. Она не продается в России, вы можете даже не искать. Сегодня мне в качестве эксперта и моего главного помощника могу вам представить мою любимую, неподражаемую, великолепную эксперта стиля. Представляю вам Эвелину Хромченко. А почему бы не придать кривости образу, даже если это ваш унитаз? Как это делается? Делать очень просто. Вот уже и чмоки. Вот таким вот образом мы складываем листочек. Кстати говоря, стоит $80. И делаем такие заготовки горошки. Это специальная бумага, я еще раз повторяю. Бояться не нужно, делаем вот так. То, что они завиваются таким вот образом от вашей слюны, это ничего страшного. Так и должно быть. Лучше сразу оптом, чтобы скорее. Не нужно бояться садиться на эти горошки, вы не порежетесь, все будет хорошо. Можно сказать, что вот такие унитазы в лучших домах Англии. То есть, если вы все-таки купите такую бумагу, такую мишуру для, простите, мишуру для оформления унитаза, вы не пожалеете потраченных денег, немалых потраченных денег. И я лично довольна декором. Вы можете писать все, что угодно в комментариях, в принципе, я не против. Я обязательно почитаю, отвечу, забаню, то есть я хотела сказать, приму к сведению. Ну, на этом все. Не хочется отнимать у вас много вашего времени. На этом все. Всего доброго. Жду вас у себя в мастерской. Еще будут видео обязательно. Наверное, не очень скоро, но они будут. До свидания.
Всем огромный привет! В этом видео я предлагаю посмотреть, как же сделать модный в этом сезоне плюшевый маникюр на основе 100% натуральных минеральных компонентов. Выглядит он вот таким вот образом, и я уверена, привлечет кучу внимания к вашему образу. Для того, чтобы прикрепить минеральную крошку к вашим ноготкам, понадобится какая-нибудь клейкая основа. Я категорически не признаю разные химикалийные клейки основы, которые непонятно из чего сделаны, и вам советую их никогда не использовать. Не надо себе травить организм, применяйте только натуральные липенькие основики. Итак, я буду использовать вот такой вот клейстер. Это 100% натуральный продукт. Вы видите, какой он симпатичный, как он приятно липкий. Из него так и прут различные полезные вещества. Он будет питать ваши ноготки и заодно держать крепенько всю минеральную крошку. Для того, чтобы сделать этот натуральный липенький клейстер, нам понадобится две части муки. Натуральной вот такой вот 100% муки и одна часть водички. Мы их замешиваем между собой до тех пор, пока не получится клейкая основа, хорошо прилипающая к ноготкам. Для того, чтобы этот чудо-клейстер приносил вам пользу не только натуральных ингредиентов, но и положительной бьюти-ауры, нужно выполнить один маленький, но обязательный ритуал. Целую ночь настаивайте этот клейстер на фотографии любимого блогера. Я не настаиваю, блогер может быть любым, который вам очень-очень нравится, но обязательно условие, что блогер должен быть толковым и любимым. Не игнорируйте ни в коем случае этот пунктик, потому что если вы его неправильно выполните, ногти могут потрескаться на 33 равные части. Я выполнила этот пунктик и настояла клейстер-липучку на своей фотографии целую. Так что теперь он не только будет питать протеинами пшеницы, 100% блинной муки мою ногтевую пластину, но и вносить в ее информационное поле необходимые бьюти-флюиды. Для этого раскалываем минеральный красный кирпич на маленькие-маленькие кусочки. Для того, чтобы осуществить минеральный маникюр, нам понадобится кисточка от обычного лака. Я взяла вот такую удобненькую кисточку. Далее мы ее аккуратненько, хорошенечко макаем в наш чудо-липучку клейстер и покрываем жирным слоем весь-весь ноготочек. Вы видите, что получается вот такой вот красивый жирненький слой. Далее мы берем собранную расколотую красную минерально-кирпичную крошечку и посыпаем сверху вот так вот весь наш ноготочек. Вот такой вот маникюр у нас получается. Как видите, он очень-очень модный в этом сезоне. Это такой плюшевый маникюр, усовершенствованный в моей версии, потому что сделан на основе 100% натуральных минеральных компонентов. Он не только придаст очарование вашему образу в целом, но и укрепит ваши ноготки. Всем большой привет! Я к вам прям вот, ну буквально вот бегом бежала, потому что столько мыслей в голову пришло, вы себе представить не можете. Часто вы меня спрашиваете, где я живу, как мы тут живем, а как у нас проходит время наше препровождение, а какие у нас досуги. В общем, не важно. Вообще у нас, конечно, очень прогрессивное село. Технически эти, как это, Гресс, вот Гресс этот к нам пришел. Мне соседка наша из Москвы приезжает, она мне говорит, посмотри YouTube. Я включила, а там такие девчонки красивые. Думаю, ну чем я хуже, я же тоже красивая, да я тоже себе буду канал вести. Вот, но единственное, что, конечно, не на все времени хватает. У меня же два раза дойка в день. Утром в 5 часов утра, и потом в стадо корову провожать это лето. Сено в стога складывать, то теребить, то свеклу тяпать, огород большой. Некогда все, пока мысли в кучу соберешь, все, сядешь вот снимать. Вы за внимание не обращайте, это у нас так по фэншуй, вот красивый, видите, какой этот повесили. Я вот сегодня, как видите, только с дойки прибежала, вот. Сегодня купила себе. Говорят, что самый писк. Сейчас вот такие вот цвета. Но я себе Адидас взяла. У нас все ребята в Адидасе ходят. Вот, и девчонки тоже. Думаю, ну буду модная, невозможная. Короче, вот дополнила вот таким красивым шейным платком. Все очень красиво, как у вас говорят в Москве. Это называется отфит. Вот, отфит. И накрасилась я тоже. Стрелки, говорят, в этом году модные. Вот я накрасила. И тени, как цвета индиго. Во, индиго. Вот, что хочу еще вам рассказать про свой колхоз. Народу у нас здесь живет, ну, не так уж мало, не так уж много. Единственное, конечно, зимой бывает страшновато, потому что из тайги волки приходят. Остановятся возле села и такими голосами задушевными воют. На луну жалко сердечных. Они такие печальные. Голодные! Ой, а то медведь-шатун забредет тоже и ломится под люка в двери, ломится, выйдешь коромыслом его по хребту, шара!
местные уже мы ничего не боимся, мы уже все на свете видали. А вот когда интернет к нам позапрошлом годе приезжали монтеры монтировать, они же эти столбы-то возле тайги ставили, так из тайги волки вышли, на одного как кинулись, а он придурочный достал телефон и ну их снимать. Мы ему кричим: беги, дурак, беги! А он стоит, кричит: да у меня 1 000 000 просмотров на ютубе будет. Ой... Царство ему небесное. А и поэтому долго не приезжали к нам опять этот интернет-то монтировать. Потому что... Ой, простите, ради бога. Боялись. Ну, потом приехали, ничего. Но сейчас, когда интернет появился, телевизор не... Вася, я тебе сказал, рот закрой, ты мне мешаешь снимать! Простите, ради бога, меня. Я ж монтировать-то не умею, все приходится с дубли снимать. Вот, так что вы на меня тоже не обижайтесь, я на этот дубе, да, не... Фу, твою мать. Я на нем недавно... Издалека, долго течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов спелых, а мне 17 лет. Ой, душевный какие. Душевные какие песни. Ну, а если опять же из современного, мне очень нравится, знаете, мы тут эти любим. Валера, Валера, на-най-най-най-най-най-на-на. А совсем вечером, когда делать нечего, мы с девками соберемся на заваленке и ну семки лузгать. У нас семки — это самая главная валюта в деревне. Вот у меня мужик мой, он главный агроном. Так у него семок, он их выращивает. Мы считаемся в деревне, ну, самая зажиточная семья. И сидим, и грызем. Теплота. Мы за зиму их мелькачутые сгрызаем. Красота. У меня муж их прям вот такими подсолнухами домой возит. Я их чищу, а потом мы их грызем. Дети у нас в школе учатся, а потом все в поле. Какая учеба может быть? Что-то я с вами заболталась, уже время-то подходит, мне на дискотеку пора. В общем, желаю вам всего самого хорошего. Желаю, чтобы у вас свиньи поросились, пшеница колосилась, солнце сияло, дожди шли, и все было очень хорошо. С вами была Маргаритка. Всем пока. Всем привет, дорогие мои подписчики. Сегодня я хочу вам рассказать очень-очень классный продукт, который мне предоставили на обзор. Это предоставила мне суперская, просто вообще обалденная компания. Это компания Globus. Обалденный продукт. Я не знаю, как я раньше без него жила. Просто он просто должен быть в каждой семье. Он должен быть у всех. Это пакет. Вот смотрите, сейчас я его нанесла вот себе вот сюда на голову. Его можно носить просто как панамку, потому что он очень удобный. Смотрите, это просто стиль рэперский. И самое главное, то, что мне очень нравится в этом, это знаете что? Это вообще, это просто бомба. Я даже подсвечу вам, да, вот в такой вот фокус нормальный фокус, да, по цвету нормальный. Угу. Вы видите сразу, как я хорошо смотрюсь, да? Во-первых, яркие буковки, вы видите, да, вот эти вот яркие буковки, они очень хорошо смотрятся, они очень гармонируют с моим цветом лица, с моими бровями гармонирует зеленый цвет, да, зеленый цвет очень хорошо гармонирует с моими бровями. Моя находка, моя фишка, это то, что нормальная подсветка, да? Угу. Вы видите меня, да, хорошо видите? Вот сейчас вот просто сконцентрируйте все свое внимание, потому что это просто вообще бомба. Самое главное, это то, что здесь ваши ушки, они дышат, вы только смотрите, вы видите, как просто каждая порка трепыхается, да? Они дышат, уши ваши. Это супер пакет, какой звон оно создает. Я беру пакет, вот так вот его надеваю, аккуратно надеваю на урну. Вот так я вообще классно выгляжу, да? Чтобы он проникал, вот эту урну проникает и завязывает бантик. И мы все это хопа, и все вытащили. Посмотрите, какая скорость. Посмотрите, как быстро все это превращается в компактный, красивый пакет, с которым вы можете прекрасно пройтись, продефилировать к вашей помойке. Девчонки, также я хочу вам очень показать свои аксессуары, которые у меня есть из пакетов, которые я сделала сама. Это ручная работа, это все очень красиво, это очень практично, удобно и бюджетно. Вот такая брошка, она очень красивая, такая солнечная, она очень красиво подчеркивает декольте. Вот такая вот косынка, которая... очень красиво подбирает волосы, подчеркивает мой блонд. Также у меня есть вот такой вот браслет. Вот так, смотрите, вот он. Вот так вот, да? Вот так. Где-то все модно, сочно, ярко, очень бюджетно. Что-то в горле пересохло. Также я хотела бы показать вам свое панно. Вы можете в стиле пэтчворк сделать себе любое панно. Это очень смотрится дорого, богато. Бренды. Это бренды H&M, New Yorker. Это все что угодно. И самая главная фишка моей комнаты, это моя брендовая подушка, которая просто восхитительна, которой так приятно спать. Она так шуршит, она так
греет мне уши, поэтому я засыпаю, просто мне синится это шуршание, это очень круто, это очень, очень полезно для здоровья. Посмотрите на нее, она просто шикарная, она так красиво смотрится. Ой, простите, девчонки, простите, пожалуйста, вот здесь у меня мой будильник, он еще не подвергался декору, совершенно не подходит в мой интерьер, такой сочный, красивый, богатый интерьер. Ой, как я быстро уснула. Простите. Вы видите, как я быстро засыпаю на этих подушках? А еще я вам хочу показать моего любимого попугая. Его зовут Пакетон. Пакетон. Видите, как он радуется вам? Пакетошка. Пакетошка. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ссылка где-то будет вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Не пишите, пожалуйста, свои дурацкие отзывы. Вообще, не пишите плохие комментарии, только хороший комментарий пишите, да, потому что я вам рассказываю очень ценную информацию, без которой я не знаю, как бы вы жили. Ой, не надо мне говорить, что вы все это уже знали. Это мое уникальное запатентованное открытие в плане использования пакета. Пакета. Пакет. Пакет, пакет, пакет. Вся информация, сказанная в видео, является строго конфиденциальной. Пока, крошки. Дорогие друзья, с вами снова я, и я снова говорю стихами, потому что я пьяная. 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 В сегодняшнем видео я решила совместить два запроса. Самый популярный, что у меня в мусорном ведре. И второй, как мне живется с тем, что у меня в мусорном ведре то, что у меня в мусорном ведре. Знаете, многие из вас спрашивают, где я храню свою косметику. И я вам сразу скажу, что половину ее я храню именно в своем мусорном ведре. Я поясню. Ну, допустим, парфюм. Если мы храним парфюм в мусорном ведре, соответственно, на него не попадают солнечные лучи, соответственно, он и не портится, соответственно, мусорное ведро – это отличный способ для хранения парфюмерии. И вообще, я люблю ходить в ведро. Заносить над ним бедро, а потом возвращаться в теплый дом. Это не мое? Ах, да. Нежный голос твой шептал, положи себе в пенал этот крем, поймешь тогда, станешь сущая звезда. Но открыв сей бутылек, поняла. Консультант лох. Предложи за 300 евро банку высохшего крема. Вот уж было огорчение. А сейчас совсем не важно. Что это я не знаю? Кстати, отличная идея для унитаза Шнейдерман. Дорогие мои, я думаю, вы понимаете, что на этом наше видео закончено. У меня появилась масса важных дел, и вам удачи. И пусть не давит на вас крышка гроба. Пока. Приветствую вас, мои дорогие. Вы очень часто пишете мне, особенно мужская половина, что все, что я снимаю, это абсолютно никому не нужно, бесполезно, и кто это вообще смотрит? Так вот, сегодня я решила снять для вас что-то действительно полезное и нужное. Итак, что же я решила для вас снять? А я решила для вас снять чулочки. Я решила для вас снять халатик. И я решила для вас снять бюстгальтер.
Если у вас еще есть какие-то идеи, что бы я могла снять для вас полезного, напишите, пожалуйста, под этим видео. Девчонки, у меня для вас радостная новость. Я окончила Академию визажистов. Страшно рука попер. Сила юбко. 2,5 года я проучилась и научилась наконец-таки наносить тушь на нижние ресницы. Потом через 6 месяцев я научилась наносить тушь на верхние ресницы. Ну, потом меня просто с грохотом выгнали оттуда и дали сертификат, чтобы я от них отвязалась. Я знаю, девчата, вы мне не верите. Знаю, поэтому покажу вам вблизи. Чтобы поняли, что все на самом деле. Это настоящий сертификат, никакая не подделка. И теперь, девчонки, вставайте в очередь. Да, буду тренироваться, мне же руку надо набить. Кто на новенького? Кто первый? Может, ты? Что? Да у меня таких сертификатов! Полное мусорное ведро! Нет! Девчонки, ну может кто-нибудь хоть это, а? Согласится? Нет уж, спасибо! Мы и сами неплохо справляемся. Ну, на себе уже натренировалась, надо на каком-то новом лице. Свое я уже просто усовершенствовала. Тим, художник! Я сама себе визажист! Я сама могу накраситься! Денег уберу, с 10 стоит, ты ж небось денег попросишь. Никто, да? Даже если я вам заплачу, да? Нет, я никак не смогу. Мне еще колоть гранитные стразики для следующего маникюра. Ну, пожалуйста. Горюнь, да ты что? На макияж? Ой, ты меня на макияж приглашаешь? А, я не могу. Мне вон с пакетошками гулять пора. Вон как просится. Так и быть. Здесь не обойтись без подруги. Последняя моя надежда. Подруженька моя меня не подведет. Она-то уж точно хочет в руки профессионала. Алло, привет! Привет! Слушай, да я тут это, что хотела сказать. Ты ж по-любому хотела накраситься, да? Ну, в смысле... Да. А, ну я только что вот школу закончила уже, можно сказать. Могу? В бой? Приходи ко мне сегодня. Не знаю. Приходи просто чай попить, ладно? Это пофигу, ладно. Вот у меня много-много девчонок хотят. В принципе, на тебя мне и времени нет. Приходи просто. Да, на чай, да. На чай, да, я тебя угощу конфетками. Ну давай, все, жду тебя. Все, давай, пока. Ух, ни хна, ты подросла. Когда я ее видела, она была совсем маленькая. Оля, это тебе чай, а я тебе к чаю. Оль, ну может ты все-таки подумаешь, а? Ну, смотри, я зачетный специалист, потом ко мне все звезды в очереди будут записываться, посмотри, как я накрасилась. Я просто мега-профессионал своего дела. Сейчас она приедет, там, я такси, наверное, поеду. Ладно, тебе, Оля, останься, что завтра пойдем вместе по делам. Я новые браслеты купила, Оль. Мягкие, да? Пушочки. Поверить можно, да? Как раз для таких вот подружек, которые кидают. Поверь, какой браслетик. Там под сверху оточка. Опа! Все, Оля, придется оставаться. Что-нибудь так? Придется, Оля, придется. Тем более они идут себе. Подходит, да. Ну, смех, конечно, отстойный получился. Ладно, пойдем. Вставай. Пора вставать. Мое место – кухня. Мое место кухня, мое, то есть я должна варить борщ. То есть мое место кухня, я должна варить борщ.